Правительство Южной Кореи планирует поддержать блокчейн-индустрию, предоставив 3 200 000 долларов США местным компаниям для развития. Тем самым правительство планирует стимулировать промышленное использование технологий блокчейна. Согласно данным Iconist, деньги будут направлены на малый и средний бизнес и консорциумы, которые разрабатывают новые услуги, производящие экономическую и социальную ценность с помощью блокчейна. Компании с идеями могут их предоставить правительству, которое, как ожидается, выберет около 9 для поддержки. Стартапы, создающие бизнес-модели для искусственного интеллекта, больших данных и интернет-вещей, также получат поддержку. Оставайтесь с нами. До скорого!